Да, у нас погода-то разгулялась. Даже месяц виден. А, петухи поют без дождя. О, красотища какая. Ну что, куда мы с вами? На работу. С петухами. Будем нашего Аля давить мусорщика, чи не будем? Или... Сюда, 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 сюда. Вот мое место. Вот, вот, вот. Вот, вот, спасибо, Аля, спасибо. Ты настоящий друг, бо я б без тебе не запаркувалась бы. Опс. А? Да, сегодня чуть-чуть позже. Решила выехать, пятница. Марокканцев нет, никого нет. А? Аля предлагает на тачке покататься. Покатаемся. Да, Аля, да, еще. Ее воду не ква. Ребятки, хотите посмотреть, как Лилек с утра клиентов пугает? С утра пораньше, пока клиентов нет. Надо пойти горячий шоколад дыркнуть. Горячий шоколад, потом пудинг. Я вас уже учила, как его готовить. Рецепт есть на канале. Продаю бесплатно. Виолетта Михайловна одобрила, сказала, что вкусно. Не, есть, конечно, у нас и нормальный горячий шоколад. Но я делаю свой. Вот, называется майдзена. Это кукурузный крахмал. А есть вот такой вот у нас шоколад, который можно просто развести и сделать. Ну, мы делаем экономичный, и он, кстати, даже более вкусный. И знаем, что он без ешек, без добавок. Сейчас за коломпоцаем пойдем дыркнем. Обалдеть. Але, questo fino del mondo. Натали, вчера ты говорила, что за чебуреки. Это не чебуреки. Это у нас называется такая как бы пьядина. Такое слоеное тесто. И в середине моцарелла, помидор и сыр. Стефи, Михайли, questo una. Così faccio vedere cosa c'è dentro. Sembra un piatto nostro. La così. Вот смотрите. Вот такая вот начиночка. Сыр, помидор, оливки. Называется капрезы. Потом мы разогреваем их. И вот такой вот. Ну, соке паста е. Паста с фолия. Слоеное тесто. Она называется паста с фолио. Видите, она как бы слоится. Опля! Вот это мандат идет, а? Мастер-класс по приготовлению шоколада. Ha ha ha!
latino. Sei forte, sei, con la mano sola. Io certo che sono. Cosa vuoi che sono 2 litri? Ah, wow. Гарячий шоколад. Гарячущий. Аля смеется. Ну все. Горячий шоколад сделали. Шоколадный пудинг сделали. Все у нас сегодня с утра в шоколаде, ребят. И мы с вами в шоколаде. Кому пудинга шоколадного? Тоже есть у нас пудинг на канале. Мы можем его сами делать, а можем из пакетика, если хотим ешек в нашу жизнь добавить. Оп. Еще. Ух ты. Лилёк, хорош. Завтра суббота, надо все продать. Наконец-то, ребятки, пришло мне мяско. Тут у меня 3 килограмма этого мяска. Татуська, ты спрашивала, почему мясо не пришло. Потому как это мясо дешевое. Это обрезки. Ну, тут один сплошной кусок. Обрезка мяса, которое мясо по 2 евро. Поэтому оно как бы не всегда бывает. А покупать дорогое мясо на то, чтобы его потом порезать кусочками, просто нет смысла. Поэтому сегодня у нас будет типа наш бограч. Сейчас я это нарубаем сюда морковочки. Добавим сладкой паприки. В общем, забацаем. Сейчас я заведу кухню. Итого. Я нарезала лук, но я сейчас пойду еще нашей классической зажарочки добавлю, чтобы луком полностью, ну прям полностью устелить дно. Смотрите, какой шикарный кусман мяса. С него бы получился, конечно, шикарный, а тут 2 кусмана, шикарный бы розбив. Его можно было свернуть, завязать, но... Бограч в виде гуляша, ребята, мне нравится больше. Сейчас я его обсушу, обмою, заделаю, пока начищу свежую морковочку и нарежем ее таблетками, нашу морковочку. Дисками 15 на 15, шучу. Дисками, которые получатся. Что мы еще сюда добавим? Вообще-то в бограч, как сказал, пусть меня, да простит меня Игорек Папаяни, говорят, что добавляется несколько сортов мяса. Ну, у меня несколько сортов мяса нет. Поэтому это будет наполовину гуляш, наполовину бограч, наполовину наша итальянская спецатина. Но только с паприкой. В общем, ребята, что-то сейчас за бабаськой. Не сомневайтесь, будет вкусно. Кто сомневается, можете просто перейти плавненько на другой канал. Как сказал Виталька Барылка, нам ничего не страшно, главное, что мы все вместе. Я его вполне поддерживаю. Потому как блогерская дружба, знаете, что это превыше всего. Вчера, кстати, не выходило долго Игорька видео. Я поняла, что у него там завал, что у них там не хватает персонала, банкет. И даже минутное видео меня несказанно обрадовало. Ясно, что у человека все в порядке. Это важно знать. Потому что если нужна будет помощь, особенно материальная, то она будет оказана. Как бы тяжело кому ни было.
Давайте еще вам пару слов скажу. Вчера мы с Вадькой были долго на линии. Кстати, Вадька, я твои два последние сообщения, я просто под них уснула и тебе уже на них не ответила. Потому как собираетесь вы устроить мне, так сказать, встречу в Киеве, я тоже хочу с вами встретиться. Там еще у нас Валюшка есть, Михайлюченко с Киева, которая тоже... Но я думаю, это будет под конец марта, ребята. Я думаю, потому как первым делом, вы понимаете, зубы. Я буду лететь сразу в Одессу, потому как у меня там уже проплачен санаторий. Сейчас я это сполосу. Вот. Поэтому займемся сначала зубами, чтобы с вами встретиться уже. Улыбка, чтобы была на все 32. Она у меня и так на 32. Но мне надо два мостика поменять. 11-летней давности. Кстати, вчера моя Эрика пошла здесь, у нас в терминале есть зубной врач. Есть целая студия зубных врачей. И она вчера пошла лечить кариес. Я не знаю, сколько у нее там есть кариеса, но я потом вам просто расскажу, какие у нас в Италии цены. Я уже не стала идти ни проверяться, ни делать, потому что можно пойти бесплатно провериться, тебе сразу плюс-минус дадут, сколько ты должен заплатить. Но я уже еду на Украину. Такого, так сказать, это самое. Тратить в Италии бешеные бабки. Времени нет бегать по врачам. Поэтому ждем Украину. Так, все, ребятки, побежала за зажаркой. Будем мы не отвлекаться. Итак, вот такая хорошая луковая подушка. Пусть чуть-чуть лучок притомится, чуток, а мы пока режем мясо. Мяско такое отличное, видите, я его нарезаю величиной с грецкий орех очищенный. Сейчас мы все это перережем побыстрячку, чтобы лук не загорел. Итак, хорошо прогретый лук. Ребята, обязательное условие, конечно, казан на костре. У меня толстостенная кастрюля. И вот такая малокуча, дайте еще. Сейчас мы все это дружненько высыпаем. Чтобы у нас не чесались ручки, сразу это переколошматить, перемешать, выпустить весь с мяса сок. Не делаем этого, но слушаем. Мы пока пошайбируем нашу морковку. Сладенькая морковка бомба. Стоим возле мяса и делаем шайбочки. Тут шкварчите, руки чешутся, да? Но если сильно чешутся руки, тогда можете сделать вот так. А еще остатки. Видите, уже мясо начинает как бы белеть там внутри. Но оно не горит. А вы шайбируйте, шайбируйте. Ладно, ребятки, разрешаю. Один раз перемешать. Один разок. Не более. Видите, юшки нет? Абсолютно нет юшки. Потому что мясо на луковой подушке. И оно нам не выпускает сок. А шайбочки лежат. Еще хотите? Держите. Прольем чуток белым мясом. Выпарится, будет чуть-чуть вкуснее соус в мясе с вином. В то время как испаряется вино, я добавляю вот так вот хорошо паприки и смешиваю. Вкус паприка даст нам сейчас свой вкус. Нашу морковочку. И пусть у нас это дело. Сейчас накроем крышечкой. Тут есть собственный сок. Пусть оно чуть-чуть протушится. Морковка с полчасика. Потом добавим картошку.
Так, я думаю, что на этом этапе мы сейчас его все-таки посолим по перчику. Будем солить как Эрика, да? Прямо с соляночки. Опс. Солим. Перчим. Потом попробуем. Перчим хорошо. Добавим водички и пусть тушится. Чтоб не прихватилось, ребята. Бо если прихватится мясо, гайки нам. Все, ждем полчасика. Смотрите, какая красота. Полчасика прокипела. И мы сюда высыпаем. Ну, картошечки у меня где-то тут. Вот, грамм 800. И оставляем еще кипеть. Еще полчасика. Заказала Эрике розовый соус. Престон пора, пропало розу. И синенький. Vediamo se lo faccio rosa, se no son cazzi, eh. Грибного крема. Розовый, розовый, per favore. Faro rosa. Rosa. Я ведь только с мороза. А ты красная роза. Все, уезжаю, уезжаю. Меня Эрика уже отправляет, говорит, да пошла ты. Она будет скучать за нами. Дай брюшу кусить. Это реально un sacco di gente. Угу. Так, ладно. Проверяем наш соус. Вот так. Рисли лег сварила. Риксончик соус забацал. Значит, так вот у нас. Сейчас скажу, как будет называться наш окончательный продукт. Ризотто. Con crema porcini e melanzane. Что в переводе означает? Рис с кремом белых грибов и меланзаны, это синенькие. Вот этот соус у нас на рисе получится розовый, хотя он сейчас вроде бы красненький. Мы сюда добавим капелечку сухого чеснока и петрушки по концовке. Попробуем. Отлично. Все, еще одно блюдо готово. Так, наш бограч мирно булькает. Сейчас мы еще убавим огонек. И будет у нас булькать до обеда. А мясу надо нашей говядинке часика два. Картошка за это время что-то разварится. Посмотрим. Це роза. Он роза. Це із валяту лаконаліта. Ця маса. Ох, сейчас посмотрим. Я заказала розовый соус. А он сейчас у нас получится серо-буро-малиновый. А петрушечка? Розовеет на глазах. Дивенто пью роза топрю. Гварда! Сото с гварду. На глазах наш соус становится розовым. Там и трусы. А то выпаде наш ризотто. А петрушечка? Петрушечка. Петрушечка. Ma lo sai che io posso cambiare ogni volta? Ho capito, ma io poi lo capisco a me. Cosa devi capire? Basta che capisco io. Vabbè. Petrušička. Перемешиваем. Размешали. Сейчас мы попробуем, что у нас получилось. Розовый. Пробуем на соль. Сюда уместно еще 2 ложки горячей воды и на разогрев. Потому что у нас ризотто аль денте. И он дойдет, набухнет еще чуть-чуть и будет мама мия, мама мия. Ну что, как будем наше блюдо называть? Бограч, картошка с мясом, гуляш, спецатино. Да хоть как называйте.
Главное, ребята, что это вкусно, что мясо это губами ешь. Картошечка распадается, морковочка дала сладость. Обалдеть. А обед начинается. Идемте кушать. Как вам наш ризотто? С пылу, с жару. У нас гуляш уже практически закончился, еще не начался обед. Eri, secondo te, questa qua che somiglia a me o alla Erika? No, alla Erika. Alla Erika? Questa è la Erika. Ah, naso di Erika. Invece questo qua... O il mio, ma somiglia a me. Pelin uguale! Sono identica, vero? Pelin! Non so, dadimo a Erika una castrulco per me. Se vi voglio obbligare, там еще в полонику. Пол чайной ложечки осталось. А, Erika? Dov'è Gula? C'è più Gula? Dov'è Gula? Finito Gula. Gula non ce l'ho. Allora, spesa dietetica. Guarda. Dietetica è banana. Tutto per Erika. Minga, ne ho una banana secca. Tutto per Erika. No, ma aspetta. Boja, Erika, ne l'opne. Ne ho preso golodo. Io per me non c'è niente, lei lo sa. La banana per Lili? Anche la banana per Lili è lì. Ah, ok. Erika. Te ne umbrello senza grassi diversi, che ho crema. Tutto per Erika. Ha detto che crema, ha detto che era grassa, cioè non era grassa, ha detto questa è dietetica per lei. Erickson, te do una pacchetto. Sì, perché so che lei piace. Poi ti ha preso anche le patatine, quelle che piacciono.